Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space 2. Мы находимся уже в правительственном секторе, и надо сказать, что мы близки к завершению данной истории. Все, что нам осталось, это добраться до Тайдмана, свернуть ему шею. Элли мы уже спасли, она нашла корабль, хотела улететь с нами, но тем не менее мы отправили ее в одиночку, потому что нам нужно покончить с этой историей. Как бы там ни было, в последних сериях у нас идет уже жестокий-жестокий кшом, поэтому нужно быть наготове всегда и везде. В конце предыдущей серии мы закупили себе 400 патронов, но я думаю, они достаточно быстро кончатся, потому что врагов становится просто, ну, очень много. Так, давайте сохранимся. И пора двигаться вперед. Так. А, это лифт. Земное правительство. 3 тонны грузоподъемности. А, поперли. Меня пока не заметили. Но это понятно ненадолго. Блин, мне страшно туда выходить. Давай. Первый не успел. Как это все плохо? Да? Блин, ну. Нифига себе. Откуда они взялись-то вообще? 3 штуки. Самая главная моя проблема была в том, что взлетел вот этот вот мусорный бачок, и все мои пули уходили в него, в то время как они по мне прекрасно попадали своими. Так, ну ладно. Хорошо. Хотите по-плохому? Хотите дальше? Где ты? Да, блин. Мне нужно как-то... Как-то мне нужно поподвижнее быть, что ли, я не знаю. Да, блин, ты посмотри, сколько идет тут. Коты, а? Да ты, блин. Уж вы-то мне никогда проблем не доставляли. Что происходит? Ладно. Я выживу. Давай быстрее, ну. Так, все. Да ты скотина! Это просто невероятно. Просто невероятно. Я не успею вот это все открыть. У меня патроны кончатся все. Где ты, тварь? Так, все, по-быстрому. Пока вроде спокойно. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее.
Как все медленно, когда нужно побыстрее. Отлично. Закройте дверь, пожалуйста. Закройте. Ой, спасибо большое. Я вам так благодарен. Так, ладно. Вроде никто не идет, да? Ну да, я вспомнил этот момент. Ага, стрелять. Я так испугался, когда их увидел, что мне понадобился туалет. Так, там уже к зачистке готовы. Надо по-быстрому все подобрать и валить. Со спецназом шутки плохи. Вот видите, когда я говорил, что... Когда я говорил, что во второй части уже в конце чувствовалось, что игре нужны перестрелки с людьми, то есть механика такая, ее нужно разработать. Вот я про этот момент именно говорил. И поэтому в третьей части я не удивился, когда он там начал уже по людям стрелять. Такие дела. Вы там как, ребята? Ладно, не буду светиться, что-то я наглею. Да-да-да. Нехорошее место. Откуда могут вылупиться? Так, ну вот, давайте сохраним сначала. Я чувствую, сейчас будет что-то страшное. Ладно. Ага. Сейчас я вынимаю и прут эти твари. Вот отсюда, допустим, может? Нет, не может. Так, ну ладно. Давайте сразу приготовим подарочков. Вот отсюда, мне кажется, вылупится. Так, вот так. Вот так. Вот так. И, в принципе, нормально. Сейчас, ребята, вы у меня попляшете. О, офигеть! Ну, по-моему... по-моему, я слегка перестарался, да? Что-то их многовато как-то. Так, только не говоришь, что мои мины зазря стоят. А я, блин, так надеялся. Ладно, придется убирать. О-о-о. Ой, там же эти. Я что-то не хочу туда выходить особо. Нет, не так. Да не так, ну. Сейчас ко мне придут они, я чувствую. Ну да.
Я угадал. Я был прав. Я же чувствовал, что что-то будет. Все хорошо. Ладно. Так, живой пока. Почему меня не замедлило, интересно? Полный набор разнообразной пакости. Да блин, я же увернулся, но... Ох, короче говоря. Душные ребята. Сто пятьдесят патронов осталось из 400. Ладно. Это будет тяжело, я так понял. Надо убираться отсюда. У меня как-то нет уверенности в завтрашнем дне в этом месте, когда я отхожусь. Ты посмотри, этот прорыв просто все снесли к хренам вообще. По-моему, вы это зря, ребята. Не нужно вам было связываться с обелиском. Теперь пожинайте плоды своей глупости. Притворяться, нет? Так, ну ладно. Нам. Isaac, where are you going? I don't know. That's why I'm here, Isaac. To show you the way. Понятно. Обелиск нас ведет. Судя по всему, он хочет с нами встретиться. Патроны к резаку. К резаку начали много патронов давать. В такие моменты я даже жалею, что я его не качал. Но мне он не очень нравится. Ну, то есть он мощный, хороший, но мне больше нравится штурмовая винтовка. Но зачем держать два одинаковых оружия все-таки? О, тут кто-то полз. Но не уполз. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то как-то. Kenner Phelps, research log 43509. I can't stop thinking about the formulas from patient 4's last session. They're so clearly ordered, they keep playing back in my mind. The final configuration seems within reach. I can almost solve it myself. It's funny. I was telling Travis the other day that it's almost like it wants us to succeed. I've never seen anything like it. Once we finally solve this heuristic stabilization problem, we should be able to start growing the layers of the marker from the mineral baths. Вот оно как. Мы попали именно в то место, где исследовали. Ну и где ты? Это...
Понятно. Здесь создаются новые обелиски. Причем, я так посмотрю, в промышленных масштабах. То есть не мелочились явно. Вон туда, значит нам сюда. Так, что у нас тут, морозилка какая-то, что ли? Сюда мы не входим, да? Не вошло. Отнюдь. Ой! Хорошо. Так, блин. В принципе, как видите, резак, он вот именно в таких моментах, он очень хорош на близких расстояниях, но на дальних... Чё за нахрен? Работай, работай! Фу. Это хорошо, мне мины помогли. Твою мать. Найти, слабак. Да твою дивизию, да сколько вас тут? По-моему, они закончились. Фу. Ну, надо сказать, что патронов-то у нас осталось 90 штук. Ладно. Ну, как 90? Нет, не 90. Это что вообще такое? Офигеть. Твою дивизию, ну что ж с вами такое-то? То есть вот так, да? Never give up, как говорится. Да, ёлы-палы, но это уже просто свинство, по-моему. Мины? Шо? Птичка. ДНГ. Блин, ну здесь я не знаю, гербарий что ли? Что за лаборатория такая? Так, нам сюда, но мы еще туда не зашли. Всему свое время. То есть не помогло вся ваша хваленая защита.
Но тем не менее, как видите, они тут нормально держались до прорыва. То есть как-то могли все это исследовать. Хотя нет, не могли, потому что прорыв-то в итоге был откуда-то отсюда. Или нет? Или я что-то не так понимаю? Еще один маркер. А тут он скорее из какой-то плазмы состоит, чем вещественный. Ладно, пора валить. Слышу, слышу. Я не услышал, ой, не узнал этот звук. Ну, вроде спокойно. Нам сюда. Мины, шо. Патроны, шо. Верстак, шо. Так, силовой. А я, по-моему, помню это место. Если я туда сейчас зайду, то сейчас, по-моему, какая-то хрень на меня на выходе будет лезть. Поэтому, господа уважаемые, мы сделаем вот так. Одну сюда. Одну сюда. Одну, я не уверен, сюда можно поставить, нет? Так. И одно вот так. Ну, теперь я как-то спокоен за себя. Так, стазис модуль. Один оставляем. И один и парочку осталось сюда применить. Вообще, стазис модуль. Не зря я начал качать. Помогает временами. Хотя в основном, конечно, я им не пользуюсь. Так, аптечка. Золотой. А, бронзовый. Контактная мина. Контактная мина. Стазисная батарея. Блин, патронов побольше давали бы. Так, ну в целом пойдет, ладно. Слушайте. Нет. Ага. У меня ощущение, что сдетонировали сразу все. Иди сюда, дорогой. Я знаю, ты там. Я слышу тебя. Эти! Все, ну ладно. Могло бы быть и хуже. Могло бы, конечно, быть и лучше. Чё-чё-чё, где? Не совсем понял, что произошло. Скорее всего, когда я выходил сюда, я должен был сразу вот так вот выйти, увидеть его, заиграла бы страшная музыка, и я бы просто, блин, обкакался. Вот так как я знал, что он тут будет. У них все вышло достаточно коряво. Ладно. Так, куда я иду? О, уже начинается. Ты посмотри, как быстро. Всего-то прошло минут 10. А, нет, ты посмотри-ка. Тут
У нас проблемы серьезнее, чем эта жижа. Ненавижу этих тварей, а. Ну, ненавижу. Блин, у меня же мины были. А, я их все потратил. Ну, тогда у нас вообще полная просто проблема. Полна попа огурцов. Коряво. Вон туда нам нужно, я так понял. Блин, как уже без мин-то, а? Привык. Минус один. Власть. Скотина. Что там делается? Что там летает мой силовой узел где-то там, в непонятном месте? Какого? Вот хрен вообще. По-моему, он умер. Так, патронов 16. Плохо. Уже получше. Вот это вот действительно хорошо. Пораньше бы еще, конечно. Силовой узел, неплохо. Не сильно нужно уже, но тем не менее приятно. Я так чувствую, сейчас еще что-то будет. Не может быть все так просто. Хотя я не сказал бы, чтобы прям очень просто было. Но по сравнению с тем адом, который идет в последней серии 5, это уже достаточно. It's the same signal. Dementia and codes and blueprints are all caused by the same signal from the marker. It's the people that are different. Smart people see codes and blueprints, but to everyone else it's just noise. Noise that drives you mad. О как. Так, все, валим отсюда. У меня от этого места мурашки по коже. Тихо. Тут еще эти прыщики есть, что ли? Подростковые. Вот в реконструкционную. Так, вот ящиком с инструментами. Подожди. Она уже отработавшая? Так, давайте, чтобы спокойным быть, поставим вот так вот. Теперь давайте уже посмотрим, что у нас тут есть. Что это за дерьмо? Ничего тут нет. Ладно. Обелиск манипулирует Айзеком.
Это, надо сказать, выглядит как проблемы. С папочкой лежишь, что ли? Смотри, они обелиск строят. На каркасе. Наращивают что-то. Еще есть что ли где-то? О, сколько у вас там? Да дохнет уже, но. Ну да, веселуха полная. Тысяча. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Нормально так подход. Так, ну ладно. Живой главное. Фу. Патронов для резака куча. Патронов для винтовки вообще нет. Придется пользоваться ими. Там я заметил, когда бежал. Опять же, для резака, да. Еще силовой узел. Хорошо. Ну да, 16 патронов. Это, конечно, страшное дело. Блин. Ну да, вылазь. Я же знаю, что тут не просто так вот эта хрень стоит. Так, ладно, вроде спокойно. Хорош. Так, два патрона, 27 патронов. Уже что-то. Блин, как раньше было, да? Там, всего там 200 патронов. Слабо, мало. Я как теперь целых 27 патронов. Ну да. Ну что, поднимаемся. Чё-то, блин, напряжёночка пошла. Ну, это было не совсем правильно. Да как? Понятно. Нет, подожди. Это она просто выбьется. Вот так вот. То есть пусть спустится сначала, кто бы там ни был, а потом хапнет. Блин. Надо взять сначала. Теперь.
потолку прикреплять можно, нет вообще? Можно. Интересно. Я не знаю, зачем я все это делаю, но мне нравится быть подготовленным к любой опасности. Ладно, раз еще одна осталась, пусть будет. Система отключена. А, во! Вниз, оказывается, нужно. Ну ладно, допустим. Эти штуки я, получается, все-таки зазря ставил, да? Ну что ж. Береженного Бог бережет. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Все, все поговоры, которые мог, вспомнил. Так, откуда прилетит? Оттуда? Или оттуда? Даже не знаю. Она вообще вот сюда, да? Ну да. Опять зазря все это понарасставил. Чуть не зацепил. Так, ладно. Все, вроде спокойно. И, в принципе, давайте на этом, наверное, завершать эту серию. В следующей будем продвигаться дальше по этому комплексу научному. И, думаю, следующая серия будет последней. То есть она выйдет в понедельник, я так понимаю. В понедельник увидите окончание, там уже со вторника где-то пойдет, то есть, дополнение. Надеюсь, вам нравится так же, как и мне. Мы у финишной черты. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. We'll be right back.